Сегодня начался ремонт главных красноярских часов. Рабочие покрасят циферблат и стрелки. Сейчас монтажники снимают старое покрытие и проверяют целостность деталей внешних элементов городского Биг Бена. Подготовительный этап займет ориентировочно 5 дней. Завершить покрасочные работы должны в 20-х числах августа. Все будет зависеть от погоды. Цветовая гамма часов на здании мэрии не изменится. Чтобы освежить большой хронометр, потребуется примерно 140 литров черной и 70 литров белой краски. Ее специально заказали из Москвы. Напомню, циферблат городского Биг Бена не обновляли с 2007 года. Механизм часов в этот раз ремонтировать не будут. Механизмы мы не трогаем. Наша работа заключается только во внешнем виде. Мы сам механизм не останавливаем поэтапно. Будут останавливаться часы поэтапно. Каждый циферблат примерно на день. И будем производить очистку, покраску работы. При этом механизмы затронуты не будут.